что вот... Как вот мы вышли погулять. Зевса. Вышли погулять. Зевса, вон Посейдон, ты не да. видишь его. А, он сидит. Вот рядом какой у нас тоже отель есть. G-World Palace. Здесь направо целое кольцо маршрутки. Так что мы знаем, когда ехать. Тоже кольцо рядом с отелем. Ты все переживала, что нам садится да, переполненную машину. Да, вообще. Алён, посмотри, какие розы. Ой, какой аромат. Дай ой. Шорцы, а, давай. И вот это. А потом про, про кого-нибудь из этих Геракла что-нибудь давай. Вот эту фотку потом. Девочки, какие сорта. Что это? Сказка. Целый. Вот они. Розы нежные, шипы подарить не можешь ты. Так. Я сама себе сорву и другого обниму. Алёнка! Володьке посвящается. Володя, знаешь ли ты... Знаешь ли ты, что я в Турции? Ой, наверное, ой, холодно. Ой, кондишн. Я помню, я радовалась, когда заходила в эти... Ага. Сумочки не будем. Это прикольно. Знаешь ли ты, что я в Турции? Сумочки. Сумочки. Эх, Тёмыч, такое упустил. А вы хотели, чтобы я он сделала видео о своих сумках? Пожалуйста. Что в моей сумочке? Ну все такое твердое, девочки, вообще. Жуть. Вот, вот, вот. Зато этой сумочкой можно убить. Где-нибудь в темноте, если кто-то на вас нападет. Вот это более-менее, смотри, какая мягенькая. Слушай, а ты же хотела какую-то серую под машину, эту сумку. Нет таких, да? Я поняла, что легче поменять еще раз машину, чем да. найти серую сумку. Серых сумок вот такого нет. Видишь, какая? Ну, твои документы поставим. Вон как у мамы чекерс. Мама в таких у нас ходит. Очень удобно. Ой, тут и второй. Нижний есть этаж. А вон, Алёнка, пойдем текстиль. Вот и чемоданчики. Конечно, а я искала. В 90-е первый раз приезжала в тот же Египет. У меня это, эти магазины, конечно, были рай. Да у нас ничего. Да ты все готова была скупить, да? Тоже такая она легкая и ну, более-менее банальная. Ну, вот у меня такая есть аналогичная майка в курсе. Ну, какая. Ну, вон красивая, я такую. Смотри, какая, да, такая необычная форма. Ну, даже не очень тяжелая. Не это, да. Ну, да, тяжелые очень. Такие грубые, ну, не грубые, а твердые прям. Ой-ой-ой, смотри, он даже не сжимается, девочки. Я со своим пальцем вообще не могу его. Начинается. Опять наши что-то подожгли, детки. Ну, тут много вот этой всякой одежды, да. Ну, Тёма не может такие носить, говорит, что... Мы покупали это. Типа, ему неприятно, когда она к телу плотная. Я говорю, нормально, говорит, специально сделано. Смотри, как зато красиво. Здесь, кто разбирается из мальчишек в футболе или там вот... А, сразу скупает, да, тут все. Фамилия известна, футболист. В Тёмке просто все равно. Пуховички. Все бренды, якобы. Он же сказал, здесь подделка. Помнишь, он сказал? Если вы хотите подделку, ну... Реплику называется это, да? Нет? Как Тёма говорит, реплика. Вот такой.
Ну да. Ну это ж видно, что это подделка. Или как? Ну как не все. Ну, толстовка, кстати, тут, наверное, хорошее качество, да? Нормального, да. Ну, что тут можно испортить? Смотри. Кстати, да, что тут можно испортить? Ну, что? Качество нормально. 3000, да, в долларах? 33. 33 доллара. Для маленьких. Ой, сколько купальников. Ой, мальчики. Ой, сколько купальников. О, Аленка. Сюда все 30 евро. Кошмар. 3000 рублей, я считаю, мы за такие деньги. Лена, мы в Айкике купим. Настоящие. Видишь, он говорит, лучше даже вот настоящие покупайте, но в магазинах. Ну что такое? Что вы смеетесь надо мной? Вот Аленка выбрала пижаму. Сегодня наденет ее. А мы на себя смотрим. Купальники, Аленка. Мой цвет, девочки. Ну я просто, смотри, как такое все плотненько. У тебя Прометей. Там же турецкий, да, магазин? Да. Тут и чашечка, все, что надо, пожалуйста. Мой маленький размерчик. Смеешься, Ален. Белый, кстати, красивый. И на свадьбу. Смотри. Ну, ты вот достала во все мягкие. Потому что она была влажная, и мне надо было очень вот красивая грудь вот так, когда вот такая форма, мне очень нравится. Ну, у кого маленькая. Вот мой, понимаешь? Вот если мне брать вот это белое. Девочка, смотрите, какая размахаечка такая. Ой, какая она прям легкая-легкая. Что думает о вас сестра? Поймете в этом магазине. Вот так, понятно? Пожалуйста. Со мной рядом пойдешь? Чтобы меня слышно было. Это такой материал очень легкий. Супер. Ой, Аленка, смотри, какие красивые. Ах вы. Ой, смотри, она вот она зажимами. Класс. Ой, какая красивая. Но я боюсь, она будет как бы какая-то тугая достаточно. Очень красивая задумочка. Нет, на твою фигуру цвет, все будет хорошо. Цвет, Наташа, да. Вот это... еще. Хорошенькие. Кстати, очень идет. Именно не как... Что делать для контента, а? Сушила на волосы свои. Ну куда? Вот тебе вот такую черную надо, Аленка, большую. Ну и купи. Че ты? А я вот эту. Как, у кого какой рост, девочки? А ты, кстати,
Я вот это. Такое любишь, чтобы было. Да? Мне голубенький пойдет своими плечиками. Хорошо, да? Она больно дорогая. 40 евро для этого. Какой-то, может, этот. Цвет хороший. Вот у манекена твое. И очень легкое, в отличие. Кстати, хороший. Девочка. Ну, и так уже в Васильке стоишь. Раньше столько не было вот из такого материала. Сейчас прямо это как будто бы модно здесь. Аленка нашла для себя платье. А вот цвет красивый. Смотри, это уже другое чуть. Ой, это как две половинки. Ничего себе. Или порвано там. Смотрим под ноги. Ну все, мы на выход. Девочки, вам видно? Уже такой вечерний город. Смотри, какие краски необычные. Да, как-то красиво так высветляет. Какой-то странный отель такой, видите, такой разноцветный. Тоже вот с одной стороны там всякие шикарные отели, а тут вот, видите, вот разруха. Но все равно, вот тут одни туристы, даже одной вот не страшно ходить. Пусть Аленка пойдет там одна. Дальше, наверное, не пойдем. Не пойдем? Да ну давай повернем обратно. Ой, вот тут красивый. Уже гаснет экран, темно. Ну все, девочки, на этом пока закончу. А то у меня 10-минутные видео должны выходить. Не загрузится. Все, любим вас, да, Аленка? Привет. Спасибо, да, Аленка? Что мы есть? Отвали, моя черешня. Короче, я была воспитана в детстве на словах «Отвали, моя черешня». Что она подразумевала? А я все у нее что-то попрошу. Так, ну, Алена. Я могла по 10-20 минут уже забывала, что она. Что тебе? Такая, ну Алена, ужас. Все, девочки, пока.